«Звездные войны. Сказания о джедаях. Крах империи ситхов». Корабли Наги-Садоу возвращаются в империю ситхов. Жалкие остатки некогда огромного флота, который должен был поработить галактику. «Мы вернулись в нашу империю, в родные звездные системы. Нужно собрать новые силы, начать подготовку к следующему нападению». «Тебе здесь больше не место, Наги-Садоу! Ты позор всей империи ситхов!» «Кто это говорит? Мне перечат трусы, отказавшиеся сражаться за своего владыку!» «Ты больше не темный повелитель, Наги-Садоу! Ты лишился этого титула!» «Теперь я, Лудакрес, темный повелитель ситхов! Я должен был стать им сразу после смерти Марки Рагнаса! Я разыграл свою смерть, послал пустой корабль в качестве приманки, и ты его сбил! Какая омерзительная самоуверенность! Пока ты был занят своей безнадежной войной, я созвал собственный флот! Ты самая большая угроза для империи ситхов, Наги-Садоу! И тебя нужно остановить! Ты изгнан из империи навеки!» На одном из обреченных кораблей Садоу. «Есть и другие способы выиграть битву, Лудакрес». «Что ты делаешь? Отзови этот корабль!» «Думаю, на этот раз ты не притворяешься, Луда». «Некоторые корабли Луда остались невредимы, повелитель. Но сомневаюсь, что они будут продолжать бой». «Я даже не могу насладиться победой. Слишком много несчастий постигло нас в этот день». Кирек. Побежденные ситские захватчики отступают к своим кораблям. «Явь оказалась отчасти лучше моих кошмаров, а отчасти еще ужаснее. Мы отразили нападение империи ситхов, одержали победу над темной стороной. Но я потерял вас, учитель Уру». «Сегодня мы заплатили за амнистию своей кровью. Императрица Тета сдержит слово. Отныне это наш дом. Мы сражались против императрицы Теты во время войн за объединение. Но это все в прошлом. Настало время мира, время возрождения». В империи ситхов. «Мы прибыли в то место, которое указал нам Гев Дарагон. Немедленно приготовиться к бою». «Еще один флот? Получай, Наги-Садоу!» «Это за Гева!» «Вначале Лудакрес, а теперь еще эти. Мы будем сражаться до конца». «Уничтожьте их! Никогда больше империя ситхов не будет угрожать республике!» «Повелитель, все системы отказывают! А оружие уже вышло из строя!» «Я вспоминаю о всей пролитой тобой крови, Садоу. И всех убитых на Цинагаре, Киреке, Корусанте. Я никогда тебе этого не прощу!» «Я не могу проиграть! Завоевание! Вот судьба империи ситхов!» «Никакая победа уже не вернет моего брата!» Битва завершена. «Наги-Садоу, сдавайся! Сбереги остатки своего флота!» «Никогда! У меня еще есть шанс! Я должен связаться с моими воинами на других кораблях!» Корусант. В здании Сената открываются двери. Те, кто укрылся на время осады, выходят, чтобы отпраздновать победу. «Я отключаю световой меч от блока питания. И надеюсь, что он мне больше не понадобится.
жители Курусанта не прекращают праздновать победу, даже когда начинаются восстановительные работы. Надеюсь только, что императрица Тейта тоже преуспела. Мои массаси готовы отдать за меня жизнь. Это мне и нужно. Ну, Нагасадол, а вдруг другие повелители ситхов воспротивятся? Массаси позаботятся о них. На каждом корабле. Через это заграждение флот республики не пройдет, а прочими кораблями можно пожертвовать. Вперед! На полной скорости! За флагманом, пока он не скрылся! Отправьте наши самые быстрые корабли! Курс на сверхновую Денараи! Я знаю, на что пустить все остатки энергии. Какие яркие вспышки! После такого взрыва Нагасадоу не мог уцелеть. Отзывайте флот. Возвращаемся домой. Мы и так потеряли много кораблей в этой проклятой империи. Большой Корос, имперский дворец в Ценагаре. Похоже, все начинает налаживаться. Приветствую вас, ваше величество, и тебя, Одан-Ур. Республика отбила все налеты и остановила вторжение ситхов, хотя наш флот понес ужасные потери. Но мы все восстановим, императрица, иначе и быть не может. О, Данур, до нашей встречи ты вел спокойную жизнь вместе с мастером Уру. Если хочешь, отправляйся дальше читать и искать знания. Ты и так уже сослужил мне великую службу. Знания для меня куда ценнее, чем книги, ваше величество. Возможно, я займусь поисками брошенных кораблей ситхов на орбите, чтобы исследовать культуру и знания наших захватчиков. На борту одного из брошенных кораблей ситхов. Здесь столько неизведанного, столько всего можно узнать. Галакрон, странная конструкция, я таких раньше не видел. Я вспоминаю последние слова учителя Уру. Быть может, я смогу основать целый учебный центр и вместе с ним огромную библиотеку, где будут собраны все знания джедаев на той самой тихой планете, где меня обучал учитель Уру на Осусе. Флагман Нагисадоу, единственный корабль, оставшийся от его флота, приближается к отдаленной звездной системе. И по нашим данным, система называется Явин, темный повелитель. Похоже, это идеальное место. Вдали от гиперпространственных путей, население отсутствует. Здесь нас никогда не найдут. Так вот какой конец мне уготован. Я должен прятаться и скрываться. Я Нагисадоу. Я бывший темный повелитель ситхов. Немного осталось от моего величия. Единственный корабль, несколько последователей и воины Массаси. Похоже, четвертая луна подходит для высадки, владыка. Она покрыта джунглями, и там кипит жизнь. Тайное место, где мы начнем все сначала. С этой выжженной прогалины начнется наш путь. Я не боюсь трудностей. На этом месте я создам новый оплот ситхов. Сколько бы на это ни ушло времени. Ценагар, тронный зал императрицы Теты. Что? И это та девушка, которая когда-то ворвалась в мой дворец, минуя грозных стражей? С каких это пор ты стала такой смиренной, Джори Дарагон? Я не понимаю, зачем вы меня позвали, императрица. Ты так много потеряла в этой войне, Джори. Я могу хоть чем-нибудь тебе помочь? Да, есть у меня одна идейка.
Я подумала о ремонтном ангаре Аарбы. Ему нужен новый владелец. Здесь есть все, что мне нужно. Мы с Гавом о таком даже мечтать не могли. Думаю, даже старый Хат был бы доволен.